Супруг преподнес знаменитости приятный сюрприз. Знаменитая певица Вера Брежнева проводит отпуск на Мальдивах. Она планировала отметить свой 37-й день рождения в компании подруг, однако вчера, 3 февраля, к ней прилетел ее супруг, 55-летний композитор и продюсер Константин Меладзе. Он трогательно поздравил супругу и составил компанию певицы и ее спутницам вчера вечером. Видео с празднования Брежнева опубликовала в своем аккаунте в Instagram. На коротком видео перед певицей стоит торт с горящей свечкой, а подруги поют «С днем рождения тебя». Явно растроганная экс-солистка коллектива Виагра задувает свечку, после чего поворачивается к сидящему рядом Константину Меладзе и целует его в губы. «Спасибо вам, мои прекрасные любящие сердца. Вчера я провела свой день так, как хотела, в узком кругу самых близких людей и без интернета. И только вечером, когда все уже спали, взахлеб прочитала поздравления. Меня накрыло еще одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и любви. Спасибо вам за то, что я почувствовала вчера. И дело даже не в количестве поздравлений, хотя их было неприлично много, а в том, какой смысл они в себе несут. Это моя движущая сила. Спасибо вам за то, что вы со мной, что вы у меня есть. И пусть все потрясающие пожелания исполнятся в моей жизни, а вам возвратятся с утроенной силой», — написала украинская певица, сопроводив запись многочисленными смайликами в виде сердечек. Всего за час видеозапись собрала почти 1 000 000 просмотров, множество лайков и комментариев. Подписчики поздравляют Брежневу с днем рождения, желая ей добра, счастья и семейного благополучия.